Всем огромный привет! Сегодня готовлю простой, но в то же время очень вкусный рыбный суп. В моей семье такой суп любят все и просят готовить его как можно чаще. Для начала мелко нарезаем лук. Морковь натираем на крупной терке, но картофель нарежем кубиками. Пережарку я буду делать прямо в кастрюле. На растительном масле обжариваем лук, после чего добавляем морковь. Выкладываем картофель и все перемешиваем. Заливаем водой. Я сразу заливаю кипятком. Подсаливаем. Добавляем несколько горошин черного перца и лавровый листик. Накрываем крышкой и на минимальном огне варим до готовности картофеля. Как только картофель готов, добавляем консервы. У меня сегодня сайра. Теперь все это нам нужно перемешать. Накрываем крышкой и варим еще пару минут. Такой суп очень любят в моей семье, и я стараюсь готовить его как можно чаще. Пробуйте, готовьте, это просто и очень вкусно. И пишите свои отзывы у меня в комментариях. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!